Конкурс будет. Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале по ссылке из Китая. Сегодня у нас на распаковке около 8 товаров. Кому интересно, можете считать. А мы начинаем. Первый товар, зип-пакет, целая куча каких-то колготок. Нет, это не колготки, это носки. Ну, очень-очень тонкие. В них реально просвечивается рука, если посмотреть. По первым ощущениям, ткань, ну, реально какой-то капрон. Надо оно мне или нет? Пока даже не знаю, не могу вам ответить. Какая-то хрень на самом деле. Ну, сделано, в принципе, все достаточно неплохо. Наверное, все-таки это товар для женщин, потому что носки просвечиваются. Не особо, думаю, красиво будет. Особенно, если вы носите носки в шлепках. Открываем следующую посылку. И здесь у нас находится ручка. А ручка, кстати, непростая. Она стираемая. То есть, допустим, взяли посылку. Ну, просто взяли бумагу, написали. Здесь на задней стороне имеется стирка. И вы можете эту ручку затирать. Затирает, конечно. А нет, вы знаете, затирает неплохо. Следов практически не остается. Ручка стоит недорого. Если вдруг вам такой товар нужен, ссылка будет в описании. 2-метровые гирлянды зеленого цвета. Питание CR2032. В магазине можно выбрать другой тип питания, также размеры и цвета. Подойдет для украшения интерьера или выделения объектов. Провода очень тонкие, поэтому постоянное использование приведет к перелому. Ссылка в описании под видео. А здесь у нас вот такой дозатор для напитка, для воды. Работает от 2 пальчиковых батареек. Установили в какую-то емкость. У вас качается жидкость и отсюда из этого дозатора наливается. Установил батарейки в этот дозатор. 5-литровой канистры никакой с большим горлом у меня нет. В стандартную бутылку всунуть эту штуку у вас не получится. Диаметр ее больше, чем горлышко. Если вы планировали покупать ее для бутылок, однозначно не подойдет. Так, в общем, батарейки внутри. Показываю, как работает. Просто нажимаете здесь на рычажок немножко, и у вас льется вода. Когда в емкости становится воды менее 1 сантиметра, этот насос ее уже не захватывает. Теперь хочу рассказать о минусах. Помимо того, что сам вот этот насос не влазит в стандартную пластиковую бутылку, вот эта резиновая или силиконовая трубка имеет очень жуткий вонючий запах, который не выветрился в течение суток после распаковки товара. Комплект сменных амбушюр, плюс прищепка и здесь проводные наушники. Даже заглушка имеется на джеке. Пультик, кнопка ответа, плюс-минус. И наушники это у нас какие-то с 2 динамиками. У меня на канале первый раз присутствуют наушники, именно наушники. Когда-то давно была на халяву мне подарена гарнитурка Ланша, насколько я помню, очень-очень давно. После того я ни разу ничего не заказывал такого, и мне никогда ничего не приходило. Как по мне, так эти наушники звучат хорошо. Никаких хрипов, ничего нигде не отваливается. Для меня, в принципе, годно. Сейчас я включу, дам вам послушать. Единственное, что передаст ли микрофон сам звук из наушников или нет, я не знаю. Поэтому добавить по этим наушникам больше нечего, вы сами все слышали. Мое мнение, они достаточно годные. А здесь у нас вот такая свечка. Естественно, не горит, внутри должны быть батарейки, а батарейки есть. Почему не горит?
Сейчас посмотрим, может быть, стоит пломба какая-то. Да нет. Вот, все горит. Вы знаете, за те деньги, которые я ее купил, она была на акции, какой-то супер-супер акции, там буквально 10 центов или сколько она обошлась. Это очень забавная штука. Если купить таких много, то можно очень здорово украсить какой-то интерьер. Допустим, расставить это на полке или на столе поставить в вечернее время. Выглядит очень неплохо. По качеству обычный пластик. В комплекте присутствуют уже батарейки. Это очень большой плюс. Достаточно годный товар. Если найдете его по хорошей цене, я думаю, стоит прикупить. Обязательно пригодится. Последняя коробочка. Я знаю, что в ней находится. Здесь находятся очки. Нет, не бесплатные, которые последнее время всем присылают. Я их покупал. В комплекте идет вот такой кейсик. Достаточно прочный. Сдуру, конечно, сломать можно, но он прочный. Карабинчик для пристегивания к рюкзаку или еще чему-нибудь. Также большущая тряпка для протирки. Штучка для проверки поляризации и сами очки. Так, сразу проверим поляризацию. Угу. Так, она есть. Ну как показать ее на камеру? Камера ни хрена не фокусируется таким образом. Ё-моё, это жесть какая-то. О, вот, получилось. Но на камеру не так четко, как в самих очках. Короче, рыбку ловит. Вот так я выгляжу в этих очках. Сейчас посмотрю, есть ли искажение предметов. Нет, все остается на своих местах. Это, в принципе, очень даже хорошо, потому что зрение не будет из-за них садиться. По крайней мере, я такое где-то слышал. Достаточно неплохо. Мне нравится. Я, правда, еще не видел, как я выгляжу в них. Может, по-дурацки? Жена показывает, что классно. Но, значит, будем носить. А теперь три простых условия. Написать комментарий, какой из этих товаров, по вашему мнению, самый говеный. Второе, поставить лайк. И третье, либо быть подписчиком, либо подписаться на мой канал. 150 рублей, приблизительно 10 дней. Ссылки в шапке канала, внизу в описании. Пока-пока!